Добрый день, вы на канале «Спортивный дед». Сейчас я нахожусь не в Красноярске, я нахожусь на родине, в Бурятии, в поселке Селенгинске. Сегодня провожу тренировку кроссфит, и не один, нашел я себе напарника. Смотрите, знакомьтесь. Вот этот человек будет сегодня со мной составлять мне компанию, и в конце посмотрите, как мы убьемся. Сегодняшняя тренировка проходит в стиле кроссфит. Сегодня у нас будет три упражнения. Это трастер, стандартно 42 килограмма на 10 повторений. Потом подтягивание в стиле баттерфляй, ну кто знает, тоже 10 повторений. И третье упражнение — отжимание от пола, тоже 10 повторений. И мы попытаемся сделать 10 кругов, это получается вот 3 упражнения, это круг, 10 кругов, каждое упражнение по 10 раз. Посмотрим, за какое время мы уложимся сегодня. Так, ну что, провели тренировку кроссфит. Это я чуть-чуть отдышался, как видите, да? Вместо положенных 10 сделал 5 кругов. Дед. Так, по времени у нас это 5 кругов, а у Антона 8. Составило 25 минут. Ну, интенсивно, кто знает, 25 минут эти даются потяжелее, чем качи, и все 1,5-2 часа, кто знает, кто оценит. Молодежь перегнала на 2 круга. Вес немного меньше на трассе, на 10, да? 32, у меня 42 был. Ничего, это для него впервые. Я говорю, что нужно применять такие функциональные тренировки среди кача, там, тем более в боевых видах спорта они частенько применяют. Следующая тренировка кроссфит, наверное, думаю, где-то через 2 будет, уже будет функциональная с гирями. Так что всем здоровья, позитива. С вами был спортивный дед.
Всем счастливо. Пока.